Я считал, что я хозяин своей судьбы, и что все зависит от моей воли. Оказалось, не все. Оказалось, есть такие жизненные условия существования в нашей стране, в России, которые вынуждают человека не только эволюционировать, но и деградировать. Нас в моей стране постоянно имеют всех и каждого. Но вопрос: за что, почему и как? И он остается открытым для меня. За что? Вроде как не за что. Почему? Вроде как не понимаю, почему. А вот как? На каждом углу. Ежеминутно нас имеют и меня. А вот кто, я не хочу озвучивать, потому что это опасно стало. Хотя я знаю, кто. И каждый человек в нашей стране, если он не полностью дурак, он тоже догадывается, кто нас имеет. А вот за что и почему — вопрос открытый. Что такое патриотизм вот на сегодняшний день, а сегодня у нас 30 мая 22 года, да? А то, что мне некуда деваться и незачем, я буду жить в России и живу в России. Не собираюсь никуда уезжать. И не потому, что не могу, а потому, что не хочу. Меня все устраивает в России. Абсолютно все. А вам никогда не бывает стыдно за свою родину? Нет. Не бывает. Я заслужил это. Эту родину. Я заслужил это правительство, я заслужил то, что являюсь рабом системы, в которой я нахожусь и живу. Это можно только изменить отношение к этому, ко всему. Никакие. И не потому, что я вот там трус, не могу протестовать против того, что творится. Не потому, что у меня опустились ручки от безвыходности. Не потому, что я тупой и полностью деградант. Нет, не поэтому. Имея за плечами опыт жизни 57-летний в России, я пришел к выводу, что все то, что мы будем делать против того, что творится, абсолютно не нужно и ни к чему хорошему не приведет, и к плохому не приведет. Все то, что сейчас происходит, оно предопределено в России и в мире. И от нас, ни от единого человечка, ничего не зависит. Протестуй, не протестуй, убивай, не убивай, насилуй, грабь, что угодно ты можешь. Пляши, пой, пиши книги, там, посты в социальных сетях. Ничего не изменишь, ничего не изменишь абсолютно. Поэтому радоваться жизни. Ну, не показываете ли тем самым вы свою слабость? Нет. Нет, абсолютно нет. В чем слабость? У меня есть свое мнение на все происходящее. То есть оно есть. Озвучивать я его не могу. Свое мнение правдиво. Почему? Потому что сейчас есть законы, по которым, если я буду говорить
меня могут это, сами понимаете, куда и на сколько лет. Зачем тогда мне это? У меня дети. Это не выход. Уехать из России и протестовать против того, что происходит, это, может быть, это даже малодушие, я считаю. Нет, ты вот поживи в этом говне, вот как мы живем, дошираком попитайся. Вот это подвиг. Со своими мыслями обо всем происходящем, которые у тебя есть. Неважно, какие они, против или за. Вот патриотизм. Останься здесь и выживи. И детей своих воспитай во всем вот в этом. И не попадись никуда в тюрягу по дурости своей. Выживи. И еще умей радоваться каждому дню, солнышку, в России, матушке. И никуда не уезжай. Вот. Вот это подвиг. То, что я сказал, подвести двум фразам, то можно сделать такой итог. Патриотизм в России – это жить в говне и радоваться этому, и передать этот опыт подрастающему поколению. Yeah.